Приветствую всех! Спасибо большое, что на канале. 12 апреля 2021 года канал ТВ3 порадует своих зрителей показом сериала «Швабра». Мы с вами уже сейчас узнаем содержание серий. Серия 1. Анна Швабрина не имеет ничего общего с правоохранительными органами. Она – учительница математики. Ане с чистой совестью можно назвать гением. Женщина точно знает, математика может решить абсолютно любые вопросы. Полиция уже 2 месяца пытается выследить опасного преступника. На его счету уже 6 жертв, а у следствия все еще нет ни единой зацепки. Все круто меняется, когда Анну обнаружат. Серия 2. Анна выжила после удара по голове. Теперь следователям нужно охранять учительницу. Возможно, преступник попытается избавиться от нее еще раз. Николай просит Швабру помочь с расследованием. Женщину не интересует преступление, но она согласна помочь. Для нее это дело – всего лишь еще одна интересная задача. Можно ли найти преступника при помощи математических расчетов? Почему судмедэксперт Катя уверена, что в прошлом Анны скрывается какая-то... Серия 3. Николаю снова потребуется помощь гениальной учительницы. Полиция снова столкнется с математическим преступлением. Кто-то избавился от молодого математика, который сумел обыграть казино. Но как выйти на след преступников? У Николая есть ответ – Анна Швабрина. Следователям удалось обнаружить одну подсказку – вычисления, которые делала жертва. Возможно, именно из-за этой последовательности чисел аспирант и попал в неприятности. Сможет ли Анна обыграть казино и вывести полицию на подозреваемых? Серия 4. Четвертая серия начнется со странного сна Николая Вершинина. Ему приснится Анна Швабрина. Неужели в детективе начали просыпаться чувства к учительнице математики сына? Романтика романтикой, а работа по расписанию. Николай столкнется со странным делом. Преступник как будто хочет, чтобы его поймали, он оставляет следователям записки с числами. Кто-то посмотрел слишком много сериалов и хочет напустить жути. Или же код злоумышленника скрывает какой-то тайный смысл. Николай обратится за помощью к Ане. Она тут же поймет, что означают эти шифры. Что такое числа Фибоначчи, и какое отношение они имеют к жертвам. Серия 5. Ничто не предвещает беды. Витя в гостях у Швабры, готовится к празднованию ее дня рождения. Мальчик готовит торт по маминому рецепту, пока его отец ищет подарок для учительницы. Все изменится в мгновение ока, Витя похитит. Николай обнаружит Швабру, лежащей на полу без сознания. Чуть позже похититель свяжется с учительницей. Он потребует, чтобы Анна доказала гипотезу Римана. Швабрина уже 10 лет, как и многие математики, безуспешно бьется над решением этой задачи. Теперь у нее есть всего 3 дня, чтобы найти правильный ответ. Если Анна не справится, Витя никогда не вернется домой живым. Сможет ли женщина сделать невозможное, решить задачу тысячелетия и спасти ученика? Серия 6. Люди похожи на парные числа. Между ними всегда есть преграда, которая не дает им соприкоснуться по-настоящему. Так считает Анна Швабрина. Учительница математики не верит в любовь. Она прямо говорит Николаю о том, что между ними ничего не будет. В ходе следствия Николай встречает свою бывшую. Инна тоже работает в полиции. Она эксперт по расследованию дел, связанных с фишерскими атаками. Работая вместе, Николай и Инна вспоминают прошлое и сближаются. Серия 7. Анну задержат и увезут в неизвестном направлении. Женщине предъявят нешуточные обвинения, якобы она взломала секретную государственную систему. Швабрина действительно пыталась найти код, при помощи которого можно было бы взломать что угодно. Ей пришлось заняться этим, чтобы спасти сына Николая Вершинина от похитителей. Опасность миновала, но Анна не бросила свое занятие. Она продолжила работать над решением интересной задачи, могла ли она добиться успеха. Может, ее завербовала шпионская организация. Серия 8. За Анной следят. Теперь по ее следу пойдут не только спецслужбы, но и друзья. Генерал Сосновский даст задание Диме – узнать, на кого работает учительница. Следователь не может отказать будущему тестю. Парень собирается жениться на Кате, поэтому теперь для него критично важно понравиться Сосновскому. Тем более, что у самого Димы тоже появились сомнения насчет гениальной математички. За что убили британского агента, с которым Анна встречалась накануне? Кто мог завербовать школьную учительницу? Благодарю за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал.